уважаемый Владимир Владимирович, ранее мы обращались во все инстанции, в том числе в администрацию президента, за помощью в решении вопроса по переселению граждан. В результате обращения в прокуратуру было проведено обследование домов, в результате которого запас предельной прочности по несущим конструкциям 98,8 от 100 возможных, он недопустимо мал. И нагрузки в случае капремонта и усиления приведут к дополнительным нагрузкам на остальные несущие конструкции. С выводом экспертизы мы не согласны, либо речь идет о неквалифицированных экспертах, либо о каком-то возможном сговоре в связи с тем, что администрация Одинцова практически игнорирует решение вопросов, озвученных и заданных вами в качестве стратегических вопросов на переселение граждан из опасного жилья, из трущоб. Такое ощущение, что нас в этих трущобах хотят запечатать капитальными ремонтами. Просим вас обратить на это внимание, поручить прокуратуре, Следственному комитету провести проверку по указанным фактам и решить деятельно вопрос по переселению граждан из опасного для жизни жилья.